Друзья, всем привет, с вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на обзоре вот такая вот здоровенная коробка, что даже не помещается в кадр. Я не знаю, куда ее пристроить, чтобы и самому поместиться в кадр, и ее тоже разместить. Это беспроводной, супер-мега-навороченный пылесос от компании Tenneco. Называется он Floor One S3. Данный пылесос у нас обеспечивает, помимо того, что сухую уборку, но также и влажную уборку. Причем у него здесь огромное количество инновационных функций. И, в общем-то, это действительно не просто пылесос, а игрушка и гаджет. Большой домашний гаджет. Сегодня мы распакуем коробочку, посмотрим на этот пылесос и попробуем немножко им поработать. В общем-то, давайте уже разбираться, что же это за штука и что же компания Tenneco положила нам в эту здоровую коробку. Пылесос Tenneco Floor One S3 является топовым в модельном ряду беспроводных пылесоса с поддержкой сухой и влажной уборки. Официально в России он продается только с помощью площадки AliExpress, и вы это сможете с легкостью сделать. Ну а если мы посмотрим на конкурентов, которые продаются по цене от 20 до 30 тысяч рублей и предлагают примерно такие же характеристики, то есть сухую и влажную уборку, и обладают примерно такой же мощностью, то таких моделей будет не так много. Более того, не все из этих моделей обладают более мощным двигателем, чем у Tenneco, у которого будет 220 Вт. Только Clever and Clean и Konga Rockstar обладают более мощными моторами. Все остальные имеют порядка 50, 100 и 150 Вт. Ну а уникальная технология самоочистки есть только у пылесоса Tenneco Floor One S3. Так же как и интеллектуальная система определения загрязнения поверхности, которая автоматически регулирует как подачу воды, так и мощность всасывания. Вот такая вот здоровая коробка. Давайте я все это дело попытаюсь вскрыть. Очень неудобно, мне даже негде расположиться, чтобы вам все удобно показать. Места у меня не так много. Вскрываем коробочку и потихонечку начинаем извлекать все. Здесь у нас есть Quick Start Guide. Вот таким образом это выглядит. Как у нас собирается пылесос, куда нужно заливать воду и специальный моющий состав, который, по идее, должен быть в комплекте. Ну и как это все дело у нас включается и настраивается. Здесь также у нас присутствует инструкция. Вот она имеется у нас. Причем русский язык здесь также присутствует. Вот такая вот щеточка для чистки с крючком. Далее. Здесь какая-то вот такая вот приспособа. Еще одна приспособа. В общем, нужно будет изучать, что для чего. Здесь у нас адаптер зарядного устройства для док-станции. Далее, здесь у нас фильтр. А второй фильтр имеется в комплекте. Я подозреваю, что он уже вставлен в пылесос. Вот как раз-таки дезодорирующее и моющее средство. Причем, смотрите, здесь уже на русском языке все написано. Устраняет запахи домашних животных и глубоко очищает твердые напольные покрытия. Здесь у нас почти пол-литра. Далее, здесь у нас должна быть щеточка. Вот такой валик. Открываем коробку. Здесь у нас ручка от пылесоса. Вот такая вот ручка. Вот такая вот док-станция здесь. Сейчас мы распакуем ее, посмотрим.
Ну и извлекаем сам пылесос. Вот он наш пылесос. Оп. Все. Здесь у нас несколько отсеков. Сверху моющий. Сюда нужно будет сделать состав необходимый и залить. Здесь у нас для сухих, скажем так, отходов, для пыли. Здесь как раз-таки вот фильтр один установлен и еще один у нас в комплекте. Причем здесь нарисовано, что можно его промывать и высушить потом. Прекрасно. Вот эта штука у нас отщелкивается, и здесь как раз-таки валик. И один валик у нас есть еще в комплекте. Сюда, значит, у нас устанавливается сверху ручка. Вот таким образом у нас защелкивается ручка. И здесь, собственно говоря, есть краткая информация. Можно активировать гарантийный талон, гарантия 2 года, эксклюзивные акции, ранний доступ к новостям продуктов, серийный номер. И здесь как раз-таки информация о том, как можно наш пылесос, собственно говоря, активировать и как с ним работать. Как его зарядить, каким образом эксплуатировать и каким образом обслуживать. Я сейчас подключу пылесос к розетке, посмотрю, заряжен он или нет, и мы с вами продолжим. Для начала работы нужно подготовить пылесос. Нужно достать верхний контейнер, в который наливается вода и добавляется моющее средство. Пылесос позволяет использовать как просто чистую воду, так и с использованием специальных моющих средств. В нижней части находится контейнер для сухого мусора и грязной воды, а также HEPA-фильтр. Внизу у нас заменяемый валик. Второй валик есть в комплекте. Меняется он очень просто. Отщелкивается нижняя крышка и достается. Пылесос заряжается на специальной базе в течение 4,5 часов. Перед тем, как начать пылесосить, мы налили верхний контейнер воды и наливаем пробку специального моющего средства. Моющее средство шло в комплекте, но можно использовать любое другое для моющих пылесосов. Сейчас мы проводим просто сухую уборку, пылесосим чистый пол. И как мы видим, индикатор у нас горит синим, что означает, что мусора на полу немного и немного пыли. Усложним задачу и попробуем убрать пролитый кофе. С этой задачей пылесос, конечно же, справляется играючи. От одной зарядки пылесос готов работать до 35 минут. И, как уже сказал, полная зарядка занимает порядка 4-4,5 часов. Ну что ж, давайте попробуем еще более усложнить задачу и используем несколько сухих ингредиентов: сахар, муку, а также кетчуп. Включаем пылесос и наблюдайте за тем, как экран загорается красным, сигнализируя нам о том, что загрязнение на полу максимальное. Пол очень грязный, но пылесос без проблем буквально пару движений все это дело поглощает и моет. Пол остается действительно очень чистым. И вот когда пол убран, экран загорается синим. После этого можно поставить пылесос на базу и провести самоочистку, которая запускается нажатием одной кнопки и происходит в течение где-то 1,5-2 минут. Пылесос продувает все каналы и промывает валик. Поэтому даже если вы убирали что-то очень грязное, ну вот как я, например, кетчуп, пылесос потом все прекрасно сам отмоет и станет опять чистым. Дизайн у пылесоса действительно очень классный, эргономичная ручка, на которой есть несколько кнопок. Сверху кнопка самоочистки, а на торце кнопка включения-выключения и переключения режимов работы с автоматического на полную мощность. Также можно выбрать, чем вы будете мыть: простой водой, либо же спецсредство. Снизу у нас отсек для
мусора и грязной воды, а сверху для чистой воды и для спецмоющего средства. Пылесос очень удобен в обращении, с ним справится даже ребенок. Пылесос едет вперед за счет вращающегося валика и колесиков. Ну, можно сказать, что он пытается от вас убежать все время. Но в любом случае он очень маневренный, и даже в тесном пространстве без проблем вы с ним справитесь. Ну что ж, друзья, вот такой вот прекрасный пылесос от компании Tinico Floor One S3. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Ну а приобрести его вы сможете, как всегда, по ссылочкам в описании. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, ну и подпишитесь на канал. Ну а я буду прощаться, с вами был Айс, всем пока!